В школе номер 31 кипит интеллектуальная работа. Участники проекта «Химки. Интересно жить» пустили в ход все свое креативное мышление. Задача – придумать слоган к предстоящему референдуму по внесению поправок в Конституцию. Советы и подсказки в этом нелегком деле химчанам дает Софья Скобелева, кандидат исторических наук и знаток в области создания броских заголовков. Хороший слоган для привлечения клиентов должен буквально врезаться в память. Для того, чтобы этого добиться, используют различные приемы. Во-первых, можно сочетать несочетаемые. Такие фразы всегда привлекают внимание. Например, деньги – национальное башкирское украшение. Это реклама «Башкредитбанк». После коллективных обсуждений участники представили свои варианты слоганов, которые должны привлечь внимание к референдуму. Химки, рядом Москва. Это твой голос, это твоя страна. Поправки в Конституцию? Да! Для многих химчан подобные мастер-классы стали занятием регулярным. Екатерина Романченко старается посещать творческие и интеллектуальные встречи вместе с детьми. Это полезно для развития, считает химчанка. Мне очень понравился. Мы с детьми ходим практически каждую неделю на какой-нибудь мастер-класс, выбираем то, что нам нужно. Здорово, побольше бы таких встреч. Очень позитивная атмосфера, приятно. Спасибо большое. Творческие, спортивные, интеллектуальные мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей, инициативу поддержала администрация округа. О ближайших встречах по интересам можно узнать из разных источников. В газете «Химкинские новости» есть даже специальный раздел – афиша. Газета эта выходит два раза в неделю, в среду, в пятницу. Сегодня у вас на столах новый номер газеты. В этой газете на развороте есть такая страничка на 7-й странице. Отдохнем. Если вы ее развернете, то вы увидите, какие встречи у нас проходят на этой неделе. Проект «Химки. Интересно жить» существует больше года. За это время провели около 4000 встреч. Их посетили более 80 тысяч человек.